Я из своего опыта. Зрители хороши все, если ты хорошо исполняешь. И я чувствую, когда я беру зал, а беру тем, что я что-то даю. Иногда, вы знаете, не понимаю, что. Но чувствую, что что-то от меня исходит. Я заставляю внимательнее быть. Потом затаив дыхание, и потом огромный успех. Значит, я это хорошо исполнила. И это любая публика, потому что люди одинаковые. Люди воспринимают и жизнь, и искусство одинаково. Тронет это душу или нет? И больше ничего. Поэтому я не люблю ни про что. Танец ни про что. А он и в душе-то ни про что. Тогда зачем? Верьте себе, люди, верьте. Если на вас это производит впечатление, значит, хорошо. Если никакого впечатления, значит, это нехорошо. Со мной было так, когда я была в Индии. Я танцевала там лебедя. И никто не спросил, про что это. Потом я танцевала там следующим номером под «Эдэ из Дон Кихота». Трюками, с фуэте, все. Все индусы спрашивали, а про что это? Сама не знаю, про что. Про 32 фуэте. А это не трогает. Поэтому можно сделать и 100 фуэте, душу это не тронет. Ох, трюки, это здорово. Ну, тогда идти в цирк, они еще в 100 раз лучше это делают. Или вольные упражнения, гимнастика. Что они только не вытворяют, узлом завязываются. Как это трудно, на бревне, просто страшно смотреть. Но мы видим такое великое мастерство.